Доброго-доброго всем дня! Рада вас еще раз приветствовать у себя на канале. Посмотрите предыдущее видео, что уходит из вашей жизни. Эти два видео я делаю как раз сегодня, в праздник весеннего равноденствия, в праздник Астары, на прекрасной колоде Астара Таро. Посмотрите закрепленную ссылочку в комментариях. Там будет расклад про то, что уходит из вашей жизни. А в этом видео мы посмотрим, что же нового приходит в вашу жизнь. Потому что это праздник обновления. Старое уходит, новое начинает развиваться. И мы именно посмотрим те процессы и, возможно, те события, которые вот только начинают входить в вашу жизнь. Давайте посмотрим. Интересно? По традиции у нас будет 4 варианта. Опять же, посмотрите видео предыдущее. Ссылочка в комментариях. Итак, первый, второй, третий и четвертый вариант. Первый, второй, третий, четвертый. Что же вам принесет весеннее равноденствие? Что приходит в вашу жизнь? Что начинает развиваться в вашей жизни нового? Итак, единички, приветствую вас. Давайте посмотрим. Ну, смотрите, какой у вас шикарный вариант. Девятка кубков. Посмотрите даже на саму картинку, насколько комфортно и приятно находиться вот в этом месте. Девушка, камин, расслабленная атмосфера, приятное окружение. О чем это говорит? Что вам приносит весна? Весна вам приносит удовольствие. Причем это не те удовольствия, которые, знаете, как праздники, шумные веселья, вечеринки. Нет. Это удовольствие от самих себя, удовольствие от того, что вы имеете, удовольствие от того, от вашего окружения. Да? Здесь мы видим, что всем участникам на этой карте очень комфортно. Вам приносит весна комфорт. Комфорт как душевный, так и внешний. Чего бы ни было у вас до, жизнь успокаивается, входит в колею, достаточно наезженную, без каких-то эксцессов, без каких-то потерь. И знаете, эту карту можно сказать, хорошо-то как. Вот я вам этого и желаю, то, что вам Таро сказала. Вот вам весна приносит состояние хорошо-то как. Благодарю вас, единички. Посмотрите, что зима уносит с собой в видео в закрепленном комментарии. Приветствую двоечек. Двоечки, давайте посмотрим. Ну, смотрите, и опять кубки. Что же вам приносит весна? Обновление эмоций. Это обновление может касаться любой сферы жизни. Оно может касаться и отношений, оно может касаться и рабочих моментов, и ближнего окружения. По крайней мере, вы почувствуете вкус жизни. Вот посмотрите, как эти девушки в костюме мышек отмечают и празднуют что-то. Вот к вам приходит праздник в душе. Ожидайте на пороге каких-то очень приятных событий. Это все-таки туз. Это самое начало масти. Самое начало и только обещание эмоций. Вы вместе с весной расцветаете. Возможно, ваши какие-то проблемы, напряжение, депрессии, хандра, они уходят вместе со снегом. Поэтому шикарный двоечки вариант. Вам здесь весна приходит, приносит обновление эмоций и очень приятные сюрпризы, чего бы они ни касались. Троечки, приветствую вас. Давайте посмотрим. И опять у нас кубки. Вы посмотрите, уже третий вариант. И третий вариант говорит нам об эмоциях, об изменениях и каких-то новых течениях в эмоциональном состоянии. Ну да, безусловно, весна же даже своей погодой, своей атмосферой приносит вам чувствование. О чем говорит эта карта? Вам карта говорит о том, что все, что было дискомфортного, вы оставляете. Все, что вам приносило тревоги, напряжение и дискомфорт, вы оставляете в прошлом. Эта карта восьмерка кубков, и она
также говорит о том, что с большей долей вероятности вот в предшествующий период времени, достаточно, может быть, длительный, может быть, не очень, вам было действительно дискомфортно. Возможно, у вас даже было все хорошо, но вы в какой-то момент поняли, что надо что-то менять. Причем это не внешнее понимание. Это не то, что у вас изменилась ситуация, и вам приходится уходить. Нет. Это действительно ваш внутренний движ. Двигает вас к большим свершениям. Вы понимаете, что вот в той ситуации, касается ли она работы, касается ли она отношений, вы уже ничего не сможете ни дать, ни взять из этой ситуации. И вы расширяете свои горизонты. Это всегда карта новых горизонтов. Это всегда карта чего-то большего, стремления к большему. Да, возможно, вы оставите свои прошлые какие-то моменты с некой легкой грустью. Но вас самих ведет ваше внутреннее ощущение нового. Это очень хорошая карта именно для обновления. Поздравляю вас, троечки. Желаю вам такого же комфорта, шикарного и на вашем пути в будущем. То есть вы оставляете дискомфорт, застойной ситуации или ситуации, которая себя исчерпала, и идете в новое. Посмотрите еще видео в закрепленном комментарии, что же вы оставите и что уйдет из вашей жизни с приходом весны. А мы переходим к четверочкам. Четверочки, приветствую вас. Давайте посмотрим. Ну, смотрите, все четыре карты и все достаточно, ну, позитивные, так скажем. Но здесь есть один у вас момент. К вам приходят в жизнь какие-то ограничения. Давайте посмотрим. Здесь нельзя сказать, позитивно это, негативно это. Да, ни одна карта Таро не является однозначно позитивной или негативной. Давайте посмотрим, с чем связаны эти ограничения. Разбитое сердце. Вы знаете, здесь о чем речь? Возможно, вы какое-то время назад... Ну, я не могу сказать, это здесь нету очень длительных карт, да? Что-то потеряли. Возможно, и это вас очень разочаровало. Возможно, это были отношения. Возможно, это что-то связанное с работой. Но суть у всех может быть разная, но суть в том, что ваши надежды и планы, они не оправдались. Вы разочарованы. И вот сейчас что приходит в вашу жизнь? Вы сами себя ограничивать начинаете от нового. Смотря назад и понимая, вот там я потерпел поражение, у меня разбились мои мечты, иллюзии, разбились розовые очки, будь то отношения, будь то финансы, будь то работа. Поэтому я больше ничего не вижу, ничего не слышу. Это, знаете, такая эмоциональная анестезия. Нужно ли это делать? Ну, смотрите, в зависимости от того, что насколько вот сильным было ваше потрясение. Вы сейчас по семерке пентаклей просто, знаете, как на холд себя поставили в режим ожидания. Даже не режим ожидания, а на паузу. Смотрите сами, возможно, действительно стоит после какого-то достаточно эмоционального и больного момента просто отойти немножко, переболеть, пережить, выплакать, знаете, чтобы прожить и двинуться дальше уже без этого груза. Возможно, вы здесь и правы. Но здесь также есть другой момент, другая сторона медали. Не засиживайтесь в этом периоде. Если этот вариант я натягивать на, там, знаете, на хорошие, очень радужные перспективы, не буду в своих раскладах, да, и никогда этого не делаю. Но этот расклад для тех, кто действительно разочаровался в чем-то. Недавно ли это, там, в более отдаленном прошлом было. Но вы сейчас огородили себя от жизни. Именно вот это и приходит, ваши ограничения от жизни. И здесь вам вот мысль, которую я хочу донести, чтобы вы подумали, это правильная тактика, когда вот у вас что-то совсем недавно случилось, да, и вы просто
отошли в сторону и отгородились, чтобы, так скажем, залезать свои раны. Но если у вас этот период затянется, возможно, подумайте, а стоит ли? Но так как мы смотрим, что приходит в вашу жизнь, скорее всего, это вот что-то новое и свежее. Благодарю вас за расклад. Смотрите в комментариях, что уйдет из вашей жизни. И всем пока-пока.